Сегодня открыто движение по новому участку магистрали, который соединит дороги на Гродно и Брест. В торжественной церемонии принял участие президент. Общая протяженность новой кольцевой вокруг Минска около 160 километров. МКАД-2 – это современная четырехполосная магистраль. Новую трассу строили из цементобетона по передовым технологиям. Сегодня глава государства ознакомился с планом реконструкции транспортных магистралей Беларуси. Александр Лукашенко поручил строителям разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения. В ближайшее время будет подготовлен план по их обновлению. Беларусь и ОБСЕ наладили конструктивное взаимодействие по целому ряду направлений, в том числе и в сфере контактов с депутатским корпусом. Об этом заявил заместитель председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед на встрече с белорусскими парламентариями. Речь на встрече шла об отчете, который ОБСЕ представила по итогам парламентских выборов в нашей стране в сентябре. Также сегодня говорили о предстоящей летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Минск готов стать масштабной дискуссионной площадкой. Как сообщалось, сессия пройдет в белорусской столице в июле. Ожидается около 700 участников из более чем полусотни стран. Сегодня в Беларуси в ряде других стран СНГ отмечают День энергетика. Этот год был отмечен важными событиями. Так, белорусская энергосистема значительно укрепила свои позиции в рейтинге Всемирного банка. Также в канун праздника заработала самая крупная гидроэлектростанция страны – Витебская ГЭС. В дальнейших планах энергетиков возвести на Западной Двине целый каскад гидроузлов.